Сегодня сестрорец отметит 291-й день рождения. Торжества начнутся с возложения цветов памятнику основателю города Петру Первому. А чуть позже будет открыт бюст Сергея Мосина. В конце 19 века он был начальником Сестрорецкого оружейного завода. Также в праздничной программе спортивные соревнования, ярмарка декоративно-прикладного искусства и концерт. Но на этом мероприятие в честь дня рождения не закончится. На понедельник запланирована молодежная акция под названием «Время жить».